Красноярском крае появился еще один почетный гражданин. Давайте поздравим Юрия Чеханчина с этим замечательным событием и вспомним все его достижения. Звание «Почетный гражданин Красноярского края» – это высшая награда в регионе. На сегодняшний день его удостоены всего 17 человек. Среди них герой России Сергей Шойгу, музыкант Дмитрий Хворостовский и Владимир Долгих, с именем которого связано развитие металлургии Красноярского края. Комитет рассмотрел предложение и предлагает поддержать его законодательному собранию о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Красноярского края» Чеханчину Юрию Анатольевичу. На собрании депутатов законодательного собрания лишь один из них высказал сомнения по поводу того, достоин ли Юрий Анатольевич встать в один ряд с такими людьми. Но все остальные ни секунды не сомневались в том, что он заслуживает этой награды. Поэтому большинством была поддержана инициатива Минфина, и Юрию Чеханчину присвоили звание почетного гражданина Красноярского края. Юрий Анатольевич Чеханчин – директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 2012 года. Родился в 1951 году в Красноярском крае. Высшее образование получил в Сибирском технологическом институте. Работал в системе лесной промышленности в Минусинске, в Енисейском и Курагинском районах. После перешел на службу в Комитет госбезопасности СССР. В течение 6 лет руководил Восточно-Сибирским региональным управлением Федеральной службы по валютному и экспортному контролю Российской Федерации в Красноярске. На его счету уже есть ряд наград. Почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», орден «За заслуги перед Отечеством 4-й степени», орден Александра Невского и многие другие регалии.